Всем доброй ночи. С вами Нирвана Самадхи. Я хочу обратиться к братьям и сестрам по несчастью, к шизофреникам. Мне хочется спросить, напишите мне в комментариях, пожалуйста, как вы себя чувствуете на этих лекарствах? Чувствуете ли вы себя намного старее своего возраста? То есть, допустим, вам 30-40 лет, вы не чувствуете ли себя на 80 лет иногда? Очень часто бывает, что как-то на этих препаратах чувствуешь себя лет на 80, например. То есть тебе не хочется как-то следить за собой. Не хочется что-то такое, молодиться там, например, что-то делать такое. То есть... Не пустили ли вы все на самотек и не чувствуете ли вы себя старыми? Вот такой вопрос задаю. Потому что я часто себя чувствую очень старой. Например, чувство ранней старости. То, что все у тебя ходить даже тяжело бывает. И ходить тяжело, и морщины уже не так тебя раздражают. То есть человек постепенно смиряется со своим состоянием. И была и красота, которая была у людей в молодости, в юности, уже так ее иногда заметно, конечно, что человек в молодости был красивым. Но, например, вот себя чувствуешь старым. Такое бывало у вас? Я спрашиваю. У меня, например, такое постоянно в последнее время. Последние года два, например. После моих госпитализаций.